Наводнение в Афинах унесло жизни 15 человек. Большинство погибших были обнаружены в затопленных домах или во дворах. Наводнение в окрестностях Афин, вызванное сильными ливнями, привели к гибели уже 15 человек, 10 мужчин и 5 женщин. Как сообщает издание Эко-Семрени, 13 человек были найдены в городке Мандра. Большинство погибших были обнаружены в затопленных домах или во дворах. Кроме того, 17 человек получили травмы. Больше всего от наводнения пострадали города Мандра и Неапирамас, где много незаконной застройки и плохая система отвода сточных вод. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни сильные дожди в регионе не прекратятся. Недавно в Италии сильные ливни привели к масштабным подтоплениям в Ливорно. Жертвами непогоды стали 7 человек. По материалам сайта newsgro.com.